99% сельского населения получат доступ к широкополосному интернету до конца года. Об этом сегодня заявил премьер страны. Мамин поручил акиматам ускоренно провести процедуры по выделению участков для установки оборудования в селах, а профильным министерствам теперь необходимо проработать вопросы подготовки IT-специалистов. По программе «Цифровой Казахстан» в стране прокладывают волоконно-оптические линии связи, чтобы обеспечить мобильный доступ к интернету в сельских населенных пунктах. По итогам года свыше 5000 сел, а это почти 99% сельского населения республики, будут подключены к широкополосному интернету. Это особенно актуально во время дистанционного обучения школьников и студентов.